Взлететь высоко, высоко, выше крыш, выше труб, выше башен, выше ветров, летящих легко, и бравурных, и травных маршей. Если выше всех мыслей взлететь, где лишь памяти вороны вьются, и туда, в эту даль посмотреть, с нашей выси назад обернуться. И увидеть, что каждый окоп 41-го страшного лета, эти танки, идущие в лоб, а снарядов к орудию нету, ест глаза галь родного жилья и глядит, как сквозь мутную воду Тухачевский из небытия. Того 30 проклятого года, и уходят солдаты в пыли, чтоб собою на фронте запомнить те прорехи, что произошли. Не по их, по солдат этих воле, и всех логик немецких назло бьет Максим из Брена, выручая и время, и взвод, и генштаб, и Москву, и победу, чтоб из нашей с тобой высоты оказаться наводчиком фронте, чтоб под Прохоровкою застыл от смертельной немецкой болванки и землей забросавший пожар под стрелка с стекленеющим взглядом заряжать, 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 пока будут в укладке снаряды, чтоб увидеть осколок схватив, как твой ватник становится рыжим. Но войну это все же пройти, и в войне ты все-таки выжить. От парада в Москве торжество, чтобы сердце в волнении билось. Для чего это все? Для чего? Для чего это с нами случилось? Коль взлетит высоко-высоко, выше труб, выше крыш, выше башен, выше ветров летящих легко, и бравурных, и травных маршей. Если выше всех мыслей взлетит. Московское ополчение 41-го года.